Повторюсь, что эти потери могут быть не от того, что какая-либо гимнастка не умеет это делать, но идет же очень сильное волнение, напряжение, плюс мурашки, все вместе сказывается, поэтому сегодня могут быть ошибки у многих. Хотя спорт есть спорт, и выходит человек один раз, уже исправиться, но, к сожалению, это не может. Должен собираться каждый раз выходить. Ну а Инна называет свою композицию в восточном стиле «Самурай». Хороший пируэт, прекрасный. Инна сделала его очень чисто. Нога вперед перешла на аттитюд незаметно. Мы даже не заметили, как она это сделала. Очень грамотно. Асимметричный бросок булавами и концовка.